Раз в 3 года хоровые коллективы со всей страны встречаются в нашем городе, чтобы с головой окунуться в мир духовной музыки и творчества. В этот раз в Сарове собралось около 700 участников из Москвы, Нижнего Новгорода, Заречного, Лобни и Долгопрудного. После торжественного открытия первым свою концертную программу представил камерный хор Московского физико-технического института из города Долгопрудный. Участник коллектива Дмитрий Вертилецкий 2-й раз приехал на фестиваль «От сердца к сердцу». Молодой человек считает, что для хоров поездка в наш город – отличная возможность отдохнуть от конкурсов и насладиться духовной музыкой. Фестиваль «Отдых», вот, на котором мы приятно проводим время, занимаясь музыкой, нашим любимым делом, отдыхая от будней и действительно наслаждаясь тем, как здесь все хорошо организовано и насколько здесь теплая атмосфера передачи искусства от одного от какого-нибудь, я не знаю, региона России, в том числе, например, от столичного, вот, к местным хорам. В первый день перед зрителями также выступил молодежный хор «Контраст» Нижегородского губернского колледжа. Он приехал в составе 55 человек. В репертуаре коллектива канонические духовные композиции органично сочетаются с современными звучаниями классических произведений. Взяли всем известный произведение Лермонтова стихотворение «Молитва», которую знают все. И вот очень современный композитор, к сожалению, недавно ушедший из жизни Юрий Фалик. Вот, современные гармонии, современное прочтение. И вот это же «Молитва», да, которая в 19-20 веке звучала у всех на устах. До конца фестиваля перед зрителями выступят академический мужской хор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, саровские преподаватели и воспитанники детских школ искусств и другие участники. Гала-концерт пройдет в Саровском драматическом театре 24 ноября в 12:00. Вход по пригласительным. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».